Добрый день, друзья. Ох и вою и визгу будет после этой нашей с вами передачи и разговора. Сегодняшняя тема связана с событием, с моментом, но, как всегда, он не очень четко определен. Это не то, что там с 10:30 до 11:30 произошло во вторник. Это даже не то событие, которое нас самих сейчас взбудоражило и впервые в своей жизни вывело там на некие первые стройки информационных агентств. Об этом потом будем говорить. Это тоже тема очень интересная. А момент мы все-таки выбрали, на наш взгляд, очень важный. Он обнажился, ибо была традиционно такая провоцирующая дата, годовщина смерти. Момент связан с именем, явлением, памятью, ролью Сталина. Мы назвали сегодняшний разговор «Почему народ за Сталина?». Хотя, разумеется, это не окончательный вывод, а лишь тема для размышления о моменте. Сергей Георгиевич Карамурза начинает, пожалуйста. Так. Тема Сталина вообще-то в последние 20 лет не сходила так, со сцены, но сейчас как-то намечается такой всплеск. И не только потому, что была годовщина его смерти. Опубликованы длинные ряды опросов об отношении к Сталину как деятелю. И вот последние опросы, это в ЦИОМ или Левад-центр, я не помню, там он вышел на первое место. Да и вспоминается вот эта вот акция телевидения, когда имя России хотели определить. Мне кажется, даже немножечко такая провокационная, потому что она подняла такое нездоровое столкновение, произошли, так сказать, в среде интеллигенции, конечно. Вот. А я вспоминаю, как мы осваивали эту проблему Сталина, ну, с 56-го года, когда 20-й съезд произошел, я как раз был на первом курсе университета. Это вызвало такое бурление в университете. И, можно сказать, вот 5 лет этим учился, практически каждый день какой-то возникал разговор о Сталине, ну, среди студентов. Когда произошел этот 20-й съезд, когда, так сказать, началась десталинизация, я и мои друзья, мы много беседовали вот со стариками. Ну, тогда еще не были стариками такими. Ну, вот скажем, у меня было четыре дяди, да? Они все рождение 900 по 907 год, они самые гуще были, они и борьбу с были и в гражданскую войну как-то втянуты, потом там в Средней Азии со строительством, с басмачеством борьбу. Все они члены партии и с высшим образованием. Двое попали под этот самый маховик репрессий, но уцелели. И вот мы их все время, как только встретим, начинается такой тяжелый спор. Вот объясните, почему так все пошло? Почему так устроили жизнь? Потому что в то время вот это уже оттепель началась. И фактически сформировалась та часть интеллигенции, которая в перестройку все, так сказать, предъявила эту доктрину перестройки. А тогда она уже была. И вот мы их спрашивали, и они объясняли как-то, ну,
трудно объясняли, потому что теории не было того, что произошло. Они на опыте как-то. И вот тогда меня это заставило. Я прочитал все вот протоколы пленумов ЦК и съездов сталинского времени. У нас там на чердаке, на антресоли было, от отца осталось. Вот я изучал вот Сталин и оппозицию всех. Это все были люди очень сильные и очень, с очень таким глубоким мышлением. И эта сторона и та. Вот я тогда я пришел к своему, что ли, выбору, что, конечно, для России вот победа над этой оппозицией, ну, такой все-таки космополитической основы, которая нацелена была на пролетарскую революцию всемирную, хотя она кончилась тяжелыми вот репрессиями, но, в принципе, вот эта победа над этой оппозицией была спасением для России. Ну, я вот так понял тогда, вот, будучи студентом. Ну и еще в этих разговорах, что вот люди старшего поколения, которые сами работали, можно сказать, в сталинской системе, да, они тоже все время об этом думали, передумывали. И это были люди, ну мало того, что они огромный труд совершили, вот все это поколение, там, и в войну, да, войну вытянули. Это люди были не просто умные, понимаете, но они вот жизнью были умудрены, я бы так сказал. И все время они и сомневались все время. И вот то, что они были по разуму и по зрелому размышлению были сталинистами, это на меня тоже подействовало. Я вот сейчас бы сказал вот тем, кто пытается из Сталина сделать какую-то вообще чучело, да, предупредить, что этот культ Сталина, он появился, он возник не по газетному там призыву, а именно по оценке того, что удалось сделать до 50-х годов. И это люди были не глупые, не глупее нас сейчас. Да? Вот, так вот, а потом вот изучать стали мы, вот уже сейчас, когда катастрофа произошла, а что же было сделано? Я бы так, если за минуту буквально, или за полторы, скажу, что, как я вижу, чем вызван был культ Сталина, что удалось сделать? Ну, под его руководством, конечно, это было именно поколение целое. Я бы сказал, первым делом, да, все эти задачи сейчас стоят перед Россией, очень похожие. Первое, это удалось переключить энергию революции на созидание. То есть, как говорил Сорокин, обуздать революцию. Это была труднейшая задача. Во многих странах это не удавалось и тянулось это по 40 лет. Второе, удалось укротить этнонационализм окраин. То, что белые так и не смогли доктрину найти этого. Они, как говорит, напоролись на национализм окраин, то есть за Украины, понимаете? Этот самый Петлюра. Социалист, националист. Вот это удалось укротить. Сталин именно этим занимался, собственно. Вот. Дальше. Удалось закрыть цивилизационный раскол России, который вызревал с 18 века. Это раскол между западниками и славянофилами. Потому что был предложен такой проект развития, где и западники нашли свое место и работали на страну.
Так? Дальше. Удалось найти такой оригинальный и сложный очень формат госаппарата, что удалось подавить коррупцию, которая, вообще говоря, задушила Российскую империю, монархию. Коррупцию. А? Ну и организационную преступность, и организованную преступность, которая с коррупцией всегда связана. И следующее. Это удалось найти такой формат хозяйства, промышленности особенно, совершенно не вытекающие из политэкономии социализма, что были созданы быстро и дёсово, созданы огромные общенациональные технические системы, на которых мы до сих пор живем, и других у нас не будет. Вот в чем дело. Действительно, они страну связали вот этими системами. Они были заложены, вот этот тип, да, был найден замечательно в 30-е годы. А из этого пошли большие программы, космические, атомные и так далее. И вот эта совокупность, эти проблемы попробуйте сейчас, сегодня решить. Все они перед нами стоят. А потому что был мобилизован вообще разум огромного, так сказать, огромной части народа. Это тоже надо было суметь делать. Вот это. Спасибо, Сергей Георгиевич. Вардан Иванович, Бог да сорян. Сталина нету 60 лет, а тем не менее ломаются копья вокруг этой фигуры. И ломаются они не только среди историков, и это не только вопрос историографии. Ломаются, Сталин является объектом полемики, вот, вызывает соответствующие интенции среди широких масс. То есть почему это? Значит, есть какая-то коннотация с современностью. И действительно, фигура Сталина достаточно индикативна. Индикативная, она отражает, с моей точки зрения, следующий принципиальный процесс, который сегодня наблюдается, это развод либерализма и демократии. Демократия и либерализм, если судить по фигуре Сталина и его восприятию, окончательно разошлись. Большинство хотят Сталина. Значит, если демократия, то тогда надо восстанавливать сталинскую систему. Но говорят представители элит, это неприемлемо. Значит, тогда это развод с принципами демократии, с желаниями большинства. Демократия уже трактуется иначе, как власть меньшинства. И Сталин преподносится, в кавычках, как кумир быдла. Уже это было. Если мы посмотрим Российскую империю, значит, все это уже происходило. Была такого же рода фигура Ивана Грозного. Значит, в историографии. Значит, сложился в отношении Ивана Грозного соответствующий стереотип, был некий создан пасквиль, значит, такого тирана. Понятно, что этот пасквиль, он создавался в начале 19 века и был связан с конституционными мечтаниями элиты, показать, что, в общем, насколько порочна неограниченная самодержавная власть. На Западе, опять-таки, фигура Ивана Грозного вызывала абсолютную ненависть. Значит, через нее преподносили такой мракобесный образ России. А вот в народе был культ Ивана Грозного. Значит, Иван Грозный выступал как местно чим и святой. Значит, почитание Грозного в качестве святого, как идеального русского царя. И этот культ продолжался вплоть до 17-го года. И даже на поместном соборе, значит, открытым в этот период, ставился вопрос, может, действительно ввиду такой широкой популярности среди народа канонизировать Грозного как святого. Вот раскол восприятия этой фигуры по отношению элиты и народа. Почему? Что давал Грозный? Это дает понимание, почему вот такое же восприятие Сталина. Значит, это модель опоры на собственные силы, это модель государства-цивилизация, это модель идеократического государства, дух в основе, значит, это борьба, вызов всему консолидированному Западу. То есть, по сути дела, вся Европа, и не только Европа, учитывая, Крымское ханство, все объединились против Руси в тот период, 16 век. И Русь, тем не менее, заявляла свою авторитичность, свое право на выдвижение собственного проекта и свою претензию, свое видение, значит, свою позицию в плане национальной гордости. То же самое Сталин. Это, если смотреть по всей истории России, величайшая победа
за всю историю России в победы в Великой Отечественной войне. Значит, это величайший прорыв в экономическом развитии. Скакнула Россия и впервые догнала европейские страны по многим технологическим показателям. Это очень не любят либералы этот пример, но ведь к началу 50-х годов по продолжительности жизни впервые Россия вышла на уровень европейских стран. Значит, по сути дела, сейчас именно на том наследии, которые в технологическом, в экономическом, на тех фондах, которые в тот период были созданы, страна функционирует и поныне. Значит, но преподносится другой позиции, что за Сталина это толпа, значит, это униженные, оскорбленные, они желают мстителя, а на самом-то деле это патологическая личность и тому подобный перечень характеристик. Но я думаю, не обременю, если приведу несколько цитат представителей западной политической элиты, как они оценивали Сталина. Итак, Киссинджер, госсекретарь США. Как ни один из лидеров демократических стран, Сталин был готов в любую минуту заняться скрупулезным изучением соотношения сил. И именно в силу своей убежденности, что он носитель исторической правды, отражением которой служит его идеология, он твердо и решительно отстаивал советские национальные интересы, не отягощая себя бременем лицемерной, как он считал, морали или личными привязанностями. Киссинджер. Шарль де Голль, президент Франции. Сталин имел колоссальные авторитеты не только в России. Он умел приручать своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных по Сталину преемников обречено. Уинстон Черчилль, премьер Великобритании. Это большая удача для России в ее отчаянной борьбе и страданиях иметь во главе великого и строгого военачальника. Он сильная и выдающаяся личность, соответствующая тем мрачным и бурным временам, в которые его забросила жизнь, человек неистощимой храбрости и силы воли. Сталин произвел на меня впечатление глубокой, холодной мудростью, полностью лишенной всякого рода иллюзий. И, наконец, еще одна цитата. Незадолго до смерти Сталина это был доклад Центрального разведывательного управления при участии других разведывательных структур США. Назывался он «Возможные последствия смерти Сталина и прихода Маленкова к власти в СССР». Цитирую. «Смерть Сталина устранила человека, который стал полубогом. Для многих людей в СССР он был человеком из стали, который превратил Россию в промышленную военную державу, который отразил германское нашествие, который привел народы СССР к величайшей военной победе в российской истории. Было бы неосторожно высказывать предположение, будто новый советский режим будет обладать сталинским искусством избегать большой войны. На протяжении некоторого времени ни один из преемников Сталина не будет в состоянии достичь сопоставимого статуса или сопоставимого значения в качестве символа международного коммунистического движения». Итак, все оценки сводятся к чему? Великий человек. Факт нахождения этого человека у власти связан и с величием России. Но, естественно, в этом рассуждении нельзя поставить вопрос и о жертвах. Значит, понятно, что... И тут можно вспомнить Достоевского рассуждения о слезе ребенка. Любая жертва, она ничем нельзя оправдать жертву, с одной стороны. Но с другой стороны, перед каждым политиком нет такой дилеммы. Зачастую она, это только в идеальной ситуации бывает дилемма. Либо жертва, либо отсутствие жертв. Часто бывает другая постановка вопроса. Либо жертвы, либо еще большие жертвы. В этой логике зачастую происходит выбор. Если мы посмотрим, ведь разные существуют абсолютно масштабы изложения истории. Есть масштаб антропоморфный, где изучение месяц, годы. Есть масштабы десятилетий, это на уровне существования государства. Есть масштабы столетий и тысячелетий, это на уровне существования цивилизации. Если мы посмотрим, углубимся в глубь истории, Александр Македонский, Тамерлан, все великие императоры всегда были жертвы. Без жертв, без борьбы, ничего никогда в истории не достигалось. Был единственный прецедент за все время. Это Иисус Христос, который жертвовал себя, но Иисус Христос был Бог. Значит, и более того, когда пришли к власти все-таки, когда христианство стало господствующей религией в Римской империи, там тоже без жертв не обошлось, и жертв достаточно кровавых. И как объяснить 30-е годы? Ведь у нас часто заканчивается гражданскую войну, ставят на 20-м годе, завершая вот с изгнанием Врангеля. Но по сути дела, что такое был НЭП? НЭП был временный социальный компромисс.
После этого, в 30-е годы, опять возобновились те вопросы. 30-е годы можно интерпретировать как новую фазу гражданской войны. А в этих сопоставлениях посмотрим на гражданскую войну США, посмотрим на другие войны. Жертвы там сопоставимы с тем, что было и в России. И надо иметь в виду еще и то, что та эпоха, те времена мыслили в значительной степени, сейчас установилось такое мышление, после нас хоть потоп. Тогда мысли, жертвы во имя будущих поколений, во имя будущего. И последнее. Сейчас рейтинг Сталина, да? И, критика вызывает, как так поднимать. А посмотрим, как рейтинг, кого считают в западных странах величайшими представителями своих наций. Соответствующие рейтинги тоже были проведены. Величайшие британцы провели опрос. Не Шекспир, не Ньютон. Черчилль, то есть человек империалистического направления, представляющий, с его именем и жертвы, в том числе, колониальных войн, с его именем провозглашение холодной войны, с его именем военная интервенция против Советской России, англичане почитают почему-то Черчилля. В десятку там у англичан входит Оливер Кромвель. А Кромвель – это массовая репрессия, надо еще посмотреть, в масштабах по Англии, сколько крови связано с именем Кромвеля. В США не Мартин Лютер Кинг, не даже Авраам Линкольн, а Рональд Рейган номер один в рейтинге величайших американцев, человек, который, по сути дела, победил в холодной войне, который в качестве шутки говорил о возможности бомбардировки Советского Союза, человек, который объявил крестовый поход против коммунизма, выбор тоже показательный. Франция выбирает Деголя. Фигура тоже отнюдь не гуманистическая. Это не какой-то из великих французских писателей, мыслителей, а именно Деголь. Германия, опять-таки, не Гегель, не кто-то другой. Первое место занимает Конрад Аденауэр. Жесткая политика. Достаточно, это не Брандт с его дружелюбием в отношении соседей, а Аденауэр. Второй идет Лютер, тоже соответствующие коннотации. Третий идет Карл Маркс. Первые места мы видим, за исключением, может быть, Франции, по трем странам, Германия, США, Великобритания, заняты фигурами четко антироссийскими. Такой прозападный антироссийскими вообще, во всяком случае, интенциями. А нам предлагают, то есть это так соотносится с национальными интересами, выбирают кумиров, а нам предлагают полюбить кого-то вроде Сахарова или Горбачева. Я полагаю, что признание Сталина в рейтинге номер один сегодня для россиян – это вопрос о потребности на национальное достоинство, это вопрос о национальной гордости российского социума. Спасибо, Борден. Владимир Николаевич Лексин. Итак, вопрос. Почему народ за Сталина? Понятие «Сталин», слово само «Сталин» достаточно определенное. Понятие «народ» в данном случае весьма размыто, но его пытаются, как это Сергей Георгиевич уже говорил, каким-то образом структурировать и определить в ходе самого разного рода опросов. Некоторые из них фантастически провокативны. Например, хотели бы вы жить во времена Сталина? Вот этот самый вопрос задается сейчас к людям, которые, по крайней мере, 60 лет уже живут без Сталина. То есть это самые только, наверное, там люди пожилые из пожилых могли бы ответить на этот вопрос, достаточно там опираясь на собственный опыт. Но, тем не менее, молодежь в этом... Да, принимал участие в этих опросах, и у всех 51% сказали, что они хотели бы жить во времена Сталина, но я очень сомневаюсь в том, что они имели в виду под временами Сталина. Но тем не менее такой вопрос был задан. И надо сказать, что для такого рода оценки, это как уже мои коллеги говорили, наверное, основания есть. Не зная даже реалии жизни, а все-таки в отношениях людей к чему бы то ни было, быт, жизнь реальная очень многое определяет. Тем не менее, более половины людей высказали за то, что они хотели бы жить, в те самые времена.
Не знаю, хотел бы я жить них или нет. Когда Сталин умер, мне было 19 лет. Из них я, по крайней мере, последних лет 6-7 вполне так адекватно уже оценивал окружающую обстановку. Я не могу сейчас четко ответить на этот вопрос, потому что время стало другое, и я стал другой, и все стало другим. Очень любопытно, кто же все-таки за Сталина? Вот что это такое? И тут ВЦИОМ, ну, весьма такая ангажированная, конечно, социологическая служба, проводила опрос, весьма любопытный, с большим разрывом данных. Это за 2001 год и за 2013 год. То есть такая вещь. Что произошло в этом промежутке? А ничего. Как 27% людей относились с уважением к Сталину в 2001 году, так через 13 лет то же самое делается. Как к симпатии ему относились, около 7%, так сейчас относятся. Как безразлично относились 13, так более безразлично в 3 раза почти 30% относятся сейчас. То есть для них эта тема как бы ушла. А вот что касается неприязни, то это фантастическая вещь. С неприязнью в 2001 году 18% относилось к Сталину. Сейчас 14%, меньше. Со страхом 16% вспоминали о том. Сейчас 5%. С отвращением, с ненавистью 10% стало в 2 раза меньше 5%. То есть меняется негативная оценка, сохраняется позитивная и увеличивается число тех, у кого этот вопрос, значит, уже уходит. Почему народ за Сталина? И что это вот опять же за люди? Опять же, проводились опросы у совсем юных людей, 18-24 года люди. Но должны были вообще ненавидеть, наверное, Сталина, поскольку они воспитывались уже в среде, и учебники истории у них были, преподаватели такие были, СМИ было, и блог «Сфера» была, в которой ненависть там очень много к Сталину клокочет. И люди 60 лет и старше. С восхищением молодые люди относятся к нему чаще, чем люди 60-летние. С уважением 25% совсем молодых людей и 25% людей 25 до 34 лет относятся с уважением к Сталину, немного больше, 36% это вот 60-летние люди. С симпатией одинаково. Все относятся одинаково. Что люди совсем молодые, что люди среднего возраста, что пожилые люди. Причем здесь вот снижается оценка безразличности. Потому как среди молодых людей безразлично относятся около трети, и только 1/4 часть – это пожилые люди. У них все-таки более четкие определенности. А вот что касается неприязненных оценок разного рода, то здесь опять же все едины. Что молодые, что старые, и все это минимальные совершенно величины какие-то. Причем здесь очень любопытно, что эти оценки примерно одинаковые у тех, кто голосовал за разные партии. Тоже нет расхождений внутри этого. И КПРФ, и Единая Россия, и Справедливая Россия. Все вот, голосующие за эту партию тоже примерно по этой же самой вещи распределились таким образом. А уж самое значимое имя всех времен народов, то, что Левада-центр при поддержке фонда Карнеги обнаружил, это вызвало такой шквал негативных комментариев. Это вот Вардан Эрнестович говорил, уничижительных по отношению к народу, которые сочли его самым значимым. Но это все то, что даже социологи сейчас определяют. С одним очень любопытным таким моментом. Чем меньше город, чем меньше населенный пункт, тем больше поддержки вот имени Сталина, и тем более, наверное, к этому относятся люди хорошо. И здесь появляется сразу первая отгадка на вопрос, почему народ за Сталина. За Сталина больше там, где жить в России хуже. Это маленькие города, это сельская местность, это так называемые моногорода, поселки городского типа, значит, и так далее. Почему же все-таки, значит, народ за Сталина? Вот что это такое? Почему такая статистика? Здесь есть две вещи. Одна, мне кажется, это вполне серьезное, уверенное представление о том, что такое была эта эпоха. Об этом мои коллеги уже говорили. Это достоинство страны, это еще тут масса разного рода обстоятельств. Но самое-то, вот, наверное, любопытное, связано с культом личности Сталина. Я ведь очень хорошо помню ту же самую среду, когда появился этот доклад Хрущева тогда, когда все полоскали на всех уровнях, что это. И я никогда не слышал
до этого этого даже как-то особо не было, столько противодействий, столько неприятий этого доклада, сколько было в то время. Мне приходилось тогда работать с людьми, которые только что вышли из лагерей. Это были люди, которых принято называть политзаключенными и так далее. Ни от одного из них я не слышал тех уничижающих вещей, которые были в докладе Хрущева, который практически реабилитировал сам себя, имея вообще к репрессиям всем, наверное, самое большое отношение во всей, значит, истории нашей страны. А что такое был культ Сталина, как они тогда объясняли? Культ Сталина – это культ рабочего человека, это культ победителей, культ армии, это культ семьи, это культ науки. Я помню, что такой был ученый человек, или вообще человек, там, вузовский преподаватель, или там работающий в институте каком-нибудь. Это культ развития и созидания, это вот то, о чем говорил Сергей Георгиевич, об этом говорил. Это культ СССР. Культ СССР одновременно. Вот вся эта вот культовая такая вот часть, она воплотилась в этом имени вот для тех, кто... И в то время, и сейчас, наверное, за Сталина. Хотелось бы, чтобы сейчас был культ работающего человека, культ армии, культ семьи, культ нашей истории, культ науки. И поэтому, наверное, есть и такая вот инверсия, наверное, такая сознательная в этом плане. Значит, и вторая сторона. Я думаю, что здесь очень много от противного идет. Это идет очень много от противного. Недовольство теперешним положением вещей, недовольство тем, что нет ни одного из этих культов, о которых я сказал, естественно, вызывает в памяти такая историческая аберрация, в памяти вызывает единственное, наверное, из того, что люди в какой-то степени помнят, это имя Сталина, при котором все было по-другому. Это была твердая власть, это не было никакой коррупции, это была уверенность людей в том, что завтра будет лучше. И каждый день действительно хоть понемножку нас становилось лучше. Это все было. И вот на этом вот на противопоставление, это еще одна вещь, да, это как это вот говорят, там отрицательное голосование, да, вот голосуй против всех. Голосуй за Сталина сейчас, люди во многом голосуют за всех. И самое последнее. Здесь есть, конечно, субъективные оценки и объективные оценки. Вот об объективных оценках тут коллеги мои говорили, субъективные оценки тоже, значит, они присутствуют. И, значит, в последнем вчерашней литературке было помещено такое очень маленькое любопытное стихотворение. Я вот им как раз закончу. «Была тоталитарная эпоха, когда любой чего-нибудь лишен. Мне объективно было очень плохо, а субъективно было хорошо». Но вот режим ужасный сокрушен, однако жизнь не может без подвоха. Мне объективно стало хорошо, а субъективно стало очень плохо. Вот это вот отношение к тому, что под объективностью понимают то, что нам, да, рассказывают средства массовой информации, там, что там политические лидеры нам, и наше собственное ощущение жизни, оно необычайно важно. И вот в этой самой как раз... В ответах на вопрос, значит, почему народ за Сталина, вот как раз вот эта субъективная оценка этого дела, как личностное переживание, мне кажется, очень важно. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Не могу не удержаться. Мне кажется, объективно это в желудке, а субъективно это где-то там, где душа у человека. Ну, к своему раунду. Почему народ за Сталина? Во-первых, откуда это утверждение? И за Сталина ли народ? Мы уже приводили социологические данные, они очень уверенные, многочисленные, независимые, и они действительно показывают положительное отношение большей части российского населения к фигуре Сталина. Но вопрос поставлю иначе. А за Сталина ли народ? Мне кажется, что фигуру Сталина, если проникать в глубину темы, можно временно даже отставить в сторону. Сталин – это символ. Сталин – это маркер гораздо более обширных и не столь персонифицированных вызовов, которые на сегодня российского человека и подвигают к тому самому голосованию. Дело в том, что этот символ увязывается в сознании людей, в моем, например, но думаю, что и во многих сознаниях, с вопросами о некой ценностной жизненной платформе, о выборе.
выборе которой формирует мировоззрение, ценностную картину мира, который формирует интенции, то есть настроение, намерение, желание человека туда или иначе двигаться и действовать. И, наконец, сами действия, то есть воплощение нашей активности общества, государства в созидании. Вот все, что происходит в физическом мире, это результат вот этого тройственного такого движения. Ценность, представление мировоззренческое, куда она меня подвигает, и что в результате я действую, что мы в результате имеем, вот то ли в желудке, то ли в голове и в душе. И эту мысль подчеркну еще чем. Когда вопрос сводит к персоне, ну и в известной, конечно, такой риторике акцентирует его результаты в виде репрессий, жертв, расстрелов, безвинно, неправосудно погибших, то и те же самые люди рядом в такой же риторике относительно Петра Первого, результаты реформирования которого с точки зрения человеческих жертв гораздо более трагичны, чем период Сталина. Там треть мужского населения сгинула в болотах и на войнах. Так вот, Петр Первый фигура для людей этой риторики позитивная, прогрессивная. Он Россию поднял с колен, он там ее отмыл от копоти еще чего-нибудь, там прорубил окно в Европу и так далее. Европеизировал Россию. Молодец. Это было правильно. Это хорошо для России. Значит, смотрите, мы выходим на ценностный выбор. Что есть хорошо для России? Каковы результаты для государства, народа, ее исторического положения, ее движения мы оцениваем положительно, а что оцениваем отрицательно? Вот ведь где корень-то отношения к вопросу «за» или «против». Это ценностный корень. Это выбор той самой идеологии, ценностной матрицы, которая движет и политическими лидерами страны, и общественными силами, и народом, но в самом широком поле, в самом широком понимании. Это вопрос об идеологии. А потому, действительно, голосование тут происходит, не голосование, а ответы в социологических опросах, как голосование по отношению к той и другой идеологии. И, конечно, современный человек, не специализированный профессионал, там, политолог или философ социальный, он мыслит в каких пространствах? Это историческая память, и это его представление, как кроха спрашивала, пришла к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Историческая память и его представление, что есть хорошо, что плохо для него, для семьи, для народа, для государства, для мира. Вот пространство, в котором выбирается ответ. За он Сталина, ну, по поводу этого вопроса, или против этого Сталина. Историческая память говорит о чем? О том, что в тот период страна росла, развивалась, упрочивалась, преодолевала невероятные трудности. Войну выиграла невообразимую. В каждой семье память о жертвах, о неправосудных расправах, о неоправданных смертях в лагерях или в пересылках, или бог знает еще в каких казематах, о пытках, она есть. Она в моей семье есть, у моих коллег это тоже есть. Это незабываемо. И нельзя думать, что люди этого не складывают на чашке весов, когда готовят себя к ответу. И это боль человеческая, это драма, это слезы воспоминаний и на кладбище. И оправдания жертвам нет. Но уже сегодня говорилось, что есть жертва, есть жертвы. Есть жертвы напрасные, за которые можно кого-то корить, обвинять или на площади расстреливать. Но как расстреливать генерала Жукова на войне, который посылает армию на полное уничтожение, чтобы спасти фронт и выиграть войну и защитить суверенность страны? Его что, за эти жертвы тоже надо костерить, обвинять, уничтожать, вытравливать в исторической памяти? Это, кстати, пытаются делать. Но память народная, она более
такая самостоятельная вещь, чтобы над ней ей можно было так манипулировать. Поэтому, конечно, люди осмысленно выступают, голосуют за совершенно иную идеологию, облик страны, движение жизни, сопоставляя что? То, что мы имеем на сегодня, с тем, что имели тогда. И ведь смотрите, какая штука. Сталина и тот период обвиняют в репрессиях, безвинных жертвах, миллионы этих самых жертв подсчитывают. Но ведь за сегодняшние 20 лет избыточная смертность, уменьшившаяся рождаемость, сокращенная продолжительность жизни – это то же самое выбрасывание человеческих жизней вот в какую-то топку. А масштаб, если подсчитать, сколько не родилось, умерло и сократило эффективную свою жизнь, это десятки, отвечаю за слова, десятки миллионов человеческих душ. Может быть, Горбачева, Ельцина, Гайдара и Присных, заложивших и продолжающих эту реформу, относят к категории Сталина? Нет. Им ставят памятники, им празднуют юбилеи. Их считают выдающимися деятелями, но народ-то по-другому считает, потому что он-то понимает, когда жертвы не оправданы, а не напрасны. Когда они, как гибель матросов Александра на амбразуре, спасают других людей и дают возможность жить другим людям, целому народу и целой стране. И, конечно, это обратная реакция. Это ответ на вопрос, не за Сталина ли ты, а вопрос примерно такой. За единую ли ты Россию, которая вот там голосует не попадя как чего, и проводит политику в нашей стране, вот такой, какая она на самом деле есть. Это вопрос, не удивляйтесь, это действительно есть различия и разведение понятий. Почему народ поддержал Путина в марте этого самого 2012 года, перед этим, в общем, провалив «Единую Россию» в декабре 2011 года. Да потому что была история с олигархами. Одни в Лондоне, другие на Колыме. Потому что была история с остановкой развала страны в Чеченской республике. Потому что была и есть история с долгожданными словами о том, что у нас страна, у нас народ, у нас единая история, у нас духовные ценности, у нас русско-российская цивилизация. Эти слова уже начали появляться. И при всех противоречиях народ, в общем, это, конечно, чувствует. Есть там такая чуйка. Не политическая, а природная. Поэтому до тех пор, пока в стране будут навязывать индивидуализм, примат частного, космополитизм, и будут вытравливать из народной души свойственные ей ценностные ряды коллективизма, социализированности, патриотизма, любви к своей родине и к государству, вот до тех пор люди будут говорить: мы за Сталина. А на самом деле они вот за нашу идентичность, за тысячелетнюю цивилизационную формулу успеха страны, народа, семьи, каждого из нас. Мы русские, это наши ценности. И народ все равно настоит в истории на том, что они возобладают. И тогда и не будет провокаций, особых сомнений, душевных разломов. За Сталина или нет, оправдывать ли те жертвы или нет, объяснять и понимать ли их. Вот в этом корень вопроса. Поэтому большое политическое руководство нашей страны, конечно, этот сигнал должно было бы расшифровать и принять к действию, принять к исполнению. Я надеюсь, что так и будет, и уже довольно скоро. Спасибо. Всего доброго.